Продолжаются строительные работы по обустройству объездной дороги через село Осиновка. Общая протяженность пути составит 3,5 километра. Сейчас под асфальтирование уже подготовлен участок длиной в километр. Напомним, необходимость в объезде возникла после обрушения моста в районе села Осиновка в пятницу 26 октября. Один из пролетов рухнул, когда по нему проехал большой груз «Вольво». Фура откатилась назад и зажала следовавший за ней легковой автомобиль. Как выяснилось позднее, в нем находились 25-летняя жительница Арсеньева и ее 3-летняя дочь. Они погибли на месте. Сейчас правоохранительные органы проводят разбирательство по этому делу. В РИО губернатор Олег Кожемяка выразил соболезнования родственникам погибших и обещал оказать всю необходимую помощь. Аварийно-спасательные работы координировал лично глава региона Олег Кожемяка. Вместе со спасателями он выехал на место сразу после сообщения об аварии, где дал задание оперативно организовать объездную дорогу. В ликвидации ЧП задействованы 30 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Олег Кожемяка распорядился усилить спасательную группировку. По предварительным данным, причина обрушения – перегруз длинномера почти в 1,5 раза. Сейчас выясняются дополнительные обстоятельства происшествия. Мост был очень ветхим, построен еще в 60-х годах прошлого века, поэтому сейчас одна из задач – проектирование нового моста. Всего в крае 149 аварийных мостов. Отремонтировать их все в одночасье регион не в состоянии. Поэтому в РИО губернатор Олег Кожемяка намерен обратиться за финансовой помощью в федеральный центр. Пока что первоочередная задача – оборудовать объездной путь через село Осиновка. Движение восстановлено, работы продолжаются. На месте работают 16 самосвалов, 2 грейдера, каток и экскаватор на устройстве кюветов. В настоящий момент объехать поврежденный участок можно по автодороге Осиновка-Кремово-Нефтебаза. Водители, двигающиеся по федеральной трассе, могут съехать на нее на перекрестке, расположенном на 618-м километре. Водители, двигающиеся по дороге Осиновка-Рудная пристань, на 5-м километре.